Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Наконец-то. А то я уже начала расстраиваться. Смотрите, какие красавчики. Срезаем. О, какой вот красивенький, чистенький. Малышка возьмем. Вот так. И, конечно же, кладем в рюкзак на расплод. Вот так вот красиво смотрится в рюкзачке. Топаем дальше. Покажу вам сыроежку. Вот такие. Я их не беру, они очень ломкие, но народ их кушает. Красивые сыроежки. Маленькая рядом. Вон еще. А мы ищем подосиновики. А это, если я не ошибаюсь, дождевичок. Я не знаю, съедобные, несъедобные. Не беру никогда. Они вот такие мягенькие. Потом они, по-моему, пшикают, если семена у них пшикают вот так. Вон еще. Где-то там еще были. Вот такие прикольные. И еще вот такой березовичек нашелся. Кидаем его тоже в заначку. Ну вот еще вот такой. О, красивенький. Срезаем. Ну, нормальненький. Симпатичненький. Не знаю, по-моему, червивенький. Разрезаем. Ну, такое. Ну, оставим, ладно. О, я вот такие люблю. Который вот так красивенько на тебя смотрит. Ты к нему пробираешься через веточки. А он такой весь симпатичный стоит. А, такой. А, такая. Манюнька в рюкзак. Все, ура, я нашла колондайк. Смотрите. Один. Второй. Вот там. О, такой большой, красивый. Третий. И с левой стороны у нас был. Где-то я увидела. Вот четвертый. Красота. Ну, этот, наверное, уже немножко подгулявший. Еще посмотрю в округе. Ну, вот. Люблю вот такие полянки, чтобы их было сразу несколько. Ну, в общем, я тут еще по округе покрутилась. И вот, получается, что полянка. Сколько их тут? 5 штучек. Ну, прекрасно. Прям шикарненько. Такие красивенькие, симпатичненькие. Складываем. А вот под березовички полянкой выстрелились. Один, второй, третий. Вон там дальше еще. Такие прикольненькие. И вот так мне нравится. Такие хорошенькие. И вон два малыша. Такие прикольные такие. Вот так вот. Вот это тема. Иду, поворачиваю голову. Видали его? Вон. Все, бежим за ними. Такие красивые. Главное, блин, не на что не наступить. А то я пока бегу до одних, половину положила, блин, по дороге. Так что, надо еще под ноги смотреть. О, и какие красивые. Под березовик какой, под осиновик. Шикарно. И рядом сыроежки. Тоже красиво. А, вон еще куча этих белых подгрузков. Прям, то их ужас. По-моему, вилы не хватит их вывести. Срезаем. Ну вот, хоть один беленький такой. Немножко пустоват, но чистенький такой. Так, я уже пакет собираю, мне рюкзак полный. В основном у меня под березовики, под осиновики. Вот, еще какой-то интересный. Видите его? О, не видно. Срежем, посмотрим. О, это под дубник. Вот такой красивенький, симпатюлька. Мне нравится. Пакет. А вот еще один сосед рядом плохо посмотрела. Вот еще один такой пакет. Вот он такой. Ой, люблю такие манюньки, такие красивые. А, пакет их два. А вот еще сразу и не заметить. Смотрите, какие они. А, их семейство. Тут совсем, смотрите, малыши. Вообще такие маленькие, хорошенькие. Срезаем. А те оставим, пускай растут. Ну, а это я не знаю. Повезло. Так, красавчик. Смотрим. Под дубник. Вот еще красавчики. Два поддубничка спрятались такие. Кладем. Срезаем. Кладем. А такие красоты. Ну вот, наконец-то беленький нам попался. Чего ж так мало? Не в Питер все переехали, походу. Сейчас бы джуника не мешало бы. Сейчас бы тык-дым, 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 тык-дым. 5 минут и дома. А так придется раз-два, раз-два. Ну ладно, топаем. Не могу не показать. Красивые такие вон. Один спрятался, рядышком второй. Замыкались такие возле деревьев. Типа их, я их не замечу. А я замечу, пошли сберем. Все, почти дошлепало. Осталось еще чуть-чуть. Я теперь по сторонам смотрю, чтобы машина не переехала. То помню какой-то год. И иду мимо, как пронесется. Сейчас заправимся и пойдем дальше. С собой надо обязательно брать компотик или водичку. Желательно не сладко. Что-то как-то душно. Не, белые лучше собирать. Под осиновики это ужас какой-то. Надо лазить под этими осинами. Ой, кошмар. Не. Хорошо, там народ уже дороги протоптал. Там, видно, шел один танкер, притом слепой. И я за ним 10 штук собрала под осиновиком. Ну ладно, топаем дальше. Еще чуть-чуть, благо, сегодня ветерок. Но все равно душно как-то. Белка такая на меня посмотрела. Она такая присмотрелась на панелке. Бел! Красиво. Все, почти дошли.
Я иду через Белкину маленькую левадку. Такую маленькую левадку иду. Иду домой.